Сегодня мы приготовим сметанный торт «Битое стекло». Сделайте фото списка ингредиентов для удобства. А мы начнем с приготовления желе. Высыпаем содержимое каждой упаковки «Доктор Эткер» в разные емкости. Добавляем по 200 мл горячей воды. Тщательно перемешиваем 2 минуты. Разливаем желе по формам и ставим в холодильник до полного застывания. Теперь сделаем основу для торта. К сливкам добавляем говяжий желатин и подогреваем до полного его растворения. В отдельной емкости соединяем сметану и сахарную пудру «Доктор Эткер», перемешав до растворения. Добавляем сливочную смесь и перемешиваем до однородности. Полученную основу выливаем в форму для торта. Готовое желе нарезаем кусочками и добавляем сливочно-сметанную смесь. Охлаждаем заготовку 4 часа. Затем погружаем форму с тортом в емкость с горячей водой на несколько секунд и опрокидываем на блюдо. Вкусный и нежный десерт готов! Подписывайтесь на наш канал. Готовьтесь, доктор Эткер. Впереди еще больше интересного!